Всем привет! Сегодня я хочу подтестить теллурию против своей радуги. Я сразу скажу, я не любитель играть радугой, и вообще это для меня не свойственно. Но, если это сработает, было бы круто. Вот мне кажется, моя радуга очень даже подходит. Ну, давайте пробовать в любом случае. Для статистики, да? Так, вот нам попадается жирненькая теллурия, вся на эмблемочках. Не знаю. Так, гоу. Так, ну что, в радуге надо по-быстрому набирать ману, я так понимаю, взрывать всю поляну, чтобы все летело неистово. При этом желательно в теллурию не попадать, но у меня не получается. Когда все летит, она все попадает. Я думаю, что с ходом зарядится зимка. Да, еще у меня здесь нет хила, как вы видите, но у меня есть игир. Он, в принципе, тоже зайдет. Так, снимаем грязь. Повышаем атаку. Ох. Смотрите, у меня уже и гир подошел. Надо как-то его подзарядить, потому что пора хилиться. Так, ну что, как вы думаете, Лиана с Сартаной снесут мне? Что-то мне подсказывает, что нет. А меня уже почти убили. В принципе, ожидаемый результат, но я все-таки хочу попробовать. Вдруг эта команда будет стабильной. В принципе, не против теллурии. Я как-то пробовала ходить, и достаточно удачно получается. Ну, понятное дело, что на войне столько персов не наберешь на эмблемах. На 6 команд. Что-то у нас вот летит не вовремя. У меня уже все сдохли. И вот сейчас явно не хватает обжоры, да? Да, гир самый последний остался. Что мне уже эта затея не нравится. В моей голове она была более красивой. Ну, все, давай. Следующую. Так. А, ну, собственно, пойдемте на нее же. Вон, за нее 50 дают. Я сейчас все кубки свои, короче, солью, походу, на нее. Так, как бы нам сделать-то так, чтобы все красиво летело? Да еще желательно, обходя теллурию. Фантастика. Так. У меня не набирается на зарядку никто еще. А теллурия уже готова. Может быть, сейчас еще Лиана? Ну вот Лиана следующим ходом может успеть, наверное. А может быть, нам ослепить Дрейка? Или давайте все-таки теллурию. И давай, Лианочка, тоже зайди хорошенечко. Сработали эмблемы у Зимкифы и у Эгира. Вот 4 камня. В 3-2 они бы ее убили. Здесь такое ощущение, что они вообще не бьют. Просто полный провал. Второй раз, и ситуация не меняется. Такое ощущение, что она не изменится и к 6-му тапку. Ну, скорее всего, да. Это глупо было полагать, что радуга затащит эту жесть. Если эту жесть не тащит Мона в некоторых случаях, то как может затащить радуга? Ну, хорош, хорош. Дубль 3. Я думала, сейчас сундучок набегов наберу. Хрен там был. Ну, смотрите, смотрите. Красные. Красные – это хорошо. Это значит, мы сможем продиспелиться.
Но сейчас они вот ушли в пустоту просто. Я могла бы второй раз зимку зарядить. Так. Давайте зарядим Джуна. И уже как бы можно и Сартану. Да, отлично. Смотрите, это, наверное, первый раз, когда мы убьем Теллу. Хорошо, хорошо, отлично. Так, теперь я вот думаю, кого следующего лучше зарядить? Наверное, Лиану. А потом надо как-то Эгира набрать. В принципе, шансы набрать Эгира есть. Уже по нам все, кто мог, постреляли. Сейчас у нас Дрейк раздуплится. Давайте попробуем Дрейка сносить. Мне нужно еще Эгира. Эгира. Как бы мне не задевая Дрейка, зарядить Эгира. О, повезло. Нет! Нет! Блин! Вот это не надо было. Вот это было лишним. Абсолютно. Так. Ну, Сартана готова. Она мне сейчас всех поубивает. Так она одного шотнет, а так она может сразу троих мне убрать. Ну, и она, скорее всего, выстрелит в Эгира же, да? Давайте посмотрим. Блин. Да, давайте все-таки пусть она одного убьет. Потому что подразделением, ну, ее. Ну, хороший выбор, конечно. Но как моя Зимкифа не выстояла-то против Сартаны? Не пойму. Ну, короче, походу тут залив. Все. Сейчас Зимкифа уже готова. Мне ее некем прикончить. Тут без вариков. Зимкифа мне двоих выключает. Ну ладно, одного. От того не легче. Сейчас бы зеленых бы камней набрать. Да. Ну все, здесь. Пока-пока. Давайте выходить. Толку в этом нет. Здесь мы слили все, что могли. Подняли чувака в топ. Ой, Велла. Это я не люблю. Слушайте, так боюсь призывать Атлантиду. У меня такое ощущение, что я солью все кристаллы. И мне жутко страшно. Не могу решиться. Я решусь, конечно же, к завтрашнему дню-то точно. Может быть, даже к сегодняшнему. Интересно, а завтра никакой не может акции подъехать на кристаллы, как вы думаете? Сегодня уже что-то подъехало. В принципе, учитывая, что может упасть Кагебурада и, как ее, Клариса, камзол не будет лишним. На одного-то у меня будет 6 камзолов. Так, ну и что делать-то? Мне сейчас Зимку убьют. Она у меня единственный диспеллер. Только если надеяться, что она выживет, но она после Теллы не выживет. Она не выживет обоих. И это 150 нанесет, и это 130. Но это явно больше 300. Единственное, что у нее тут корешок висит на 235. То есть шансы так-то есть небольшие. Ну да, давайте ее прибережем. Эх, жалко, Телла не сдохла. Было бы больше шансов. Переживи, переживи, малышка. А, да ладно, она выжила, гляньте. Какая ты толстая девочка. Не зря я тебя качала в оборону. Умничка. Ну все. Теллу, наверное, загасим. А что делать дальше? Так.
Ну, естественно, я пока не буду ее использовать. Она мне понадобится от Жана. Давайте, наверное... Ну, синий запустим. Может, и гир зарядится, так немножечко подхилимся. Хрен там был. Так, вот теперь лечимся. Лечимся. И у нас уже готов кагик. Кагик у нас готов. И нет ходов, чтобы его не зарядить. Поэтому пускаю в него по полной. Тут вот еще с Артани немножечко маны достанется. Ой, хрен знает, как всех расчехлять. Ну, давайте что-нибудь попробуем пошевелить. Так, вот, вот, хорошо, хорошо. Давайте, наверное, Эгира будем защищаться от Веллы. И я думаю, может быть, Кагика проще прикончить, чем Веллу. 998, здесь 1100. Да, Ляночка, давай. Сейчас посмотрим, чем бы в кагик это еще запустить, так, чтобы под комбо зашло побольше. Или морду пускать в пустоту, чтобы была готова зимка. А с другой стороны, пока мы под бафом и гиром, мы можем похилиться. Но насколько мы похилимся? Там будет мизерный хил абсолютно. И так я заряжу и Веллу, и Кагебурада. Если уже заряжать, то кого-то одного. Да? Долго я думаю. Но не хочется проиграть. Не хочется проиграть. Давайте, короче, Веллу. Да, а уже тогда с Артаной добьем Кагика. Все, давай, добивайся. И сейчас надо зарядить зимку. Зимку. От двух камней она... Я не уверена, что она зарядится от двух камней. Но от трех камней в героев она точно не зарядится. Так хоть немножечко похилились. Во. Смотрите, какой мизерный хил гира. Причем, когда это 3-2, хил... Ну... Собственно, больше в разы. Так. Ну, у нас уже Жан на подходе. Но я, в принципе, могу успеть еще раз зимку зарядить. Давайте тогда снимем эту грязь. И попробуем... Попробуем пережить эту гадость. Все. Ой-ой-ой, живите. Живите, товарищи, живите. Они ж не выживут. Они не переживут. Они не переживут это горение. А здесь пылить мне неким. Ну, короче, давайте тогда в Веллу. Как так? Они ели. И опять у меня выживает сильнейший. Гир. Ну, короче, с Артани уже все. Жопа. Гарантированно. А вот Игир еще может выйти, но что мне делать с пассивным... точнее, Игир может выжить. Что мне делать с пассивным Игиром теперь? Ну окей. Даже если он выживет. Еще пару ходов. Мне этих товарищей не добить, тем более Вивику. Знаете что, мы можем взять еще хила. Ну, я имею в виду вместо кого-нибудь, допустим, вместо Сартана взять... На эмблемованного этого Ригарда тогда больше шансов. И это все равно будет оставаться радугой. Давайте, да, наверное, заменим, потому что у меня пятизвездочных хилов-то нету. В любом случае, если брать, то Ригарда. Все, гоу. А зачем мне тогда Эгир? Может быть, возьмем тогда быстрого магния?
Потому что от Эгира толку мало, он даже зарядиться не успевает вовремя. Да, давайте быстрого магния. Так, ну пойдем против тебя же. У-ху-ху. Радости-то мало тут. Можем попробовать зарядить Лиану как-нибудь, изловчившись. Ригард пусть набирает потихонечку. Так, хорош. Хорош. Вот это плохая цель. Ты знал, как и Бурада, куда стрелять. О, прикиньте, она не успела свой навык включить, паладина, и мы ее пробили благополучно. Так, ну теперь надо как-то аккуратненько распределить силы. Может быть, нам ослепить Веллу? Тогда она промахнется? Может быть, по кому-нибудь. Вот. И зарядим магний. Вот. Хорошо. Сейчас у нас еще защита будет от всех. Так, я, наверное, Зимкой это добью, да? 50 я должна добить. Но мне потом будет не снять Жана, а надо его снимать. У меня там уже и Ригард может приготовиться. Нет, давайте, наверное, я... Не буду Зимкифу использовать. Добили мы Веллу. Бурада, выбери нормальную цель. Вот. Все, замечательно. Все, лечимся сейчас Ригардом. И я думаю, что мы чего-нибудь сможем тут еще показать. Все-таки трое осталось. Трое, это уже не так страшно. Главное, чтобы сейчас Вивика не вылечила, как и Бурада мне. Ох, как он сильно бьет. Кошмар. Не, ну, кончаем Кагика. Вот, сейчас еще и полечимся. Ну, все, здесь, мне кажется, вытащили. Ну, убил мне магни. Так, давайте Ригарда зарядим. Сейчас снимем всю эту грязь благополучно. Так. Слушайте, ну это вроде нормально партию так разыграли, да? Надо было хила брать. Надо было брать хила, что-то я как-то с этим делом. Но я подумала, что... Эгир пригодится на эмблемах, но я не учла, что в радуге он очень мало хилит. Прям, ну, очень мало. По 10 это вообще не варик, учитывая все это горение, всю эту гадость, которая уносит их по 200 за ход. Ну, пойдемте еще посмотрим сейчас. Я думаю, что эту тему надо будет повторить с хилом еще раз 6 раз. Тогда будет более понятен результат. Так, ну что, пойдем. Тут у нас Эннейт, все самые хорошие персонажи, самые добродушные. Тело. Успею я Ригарда зарядить? Камней-то много. Так, давай уходи. Не успела я зарядить пока Ригарда. Но, кстати, есть шанс. Сейчас я 4 пущу в Теллу, она как раз ультанет, и я вылечусь. Пока все путем. Но она повесит свои луковицы и начнет хилиться. Но, по крайней мере, мы выживем.
пока не набрались. Так, мне нужно еще шотеров зарядить. А, Нейджи уже готова. Нейт мне срезала все. Нафиг. Редко встречается, я не расцениваю ее как угрозу. А зря, а зря. Так, ну все, они мне уже полкоманды снесли. Буквально за... Сколько? За 2 хода. Нормально это? Магний не жилец. Ой, ну все. Я расстроилась. Опять проиграли, походу. Под Кингстоном Лиана вообще не бьет, считайте. Толку от нее нет никакого. Ой, ну все, цепи, луковицы. Какие-то... Блин, сколько на ней бафов? Две цепи. Щиток против льда. Восстановление здоровья. Еще этот защита от навыка, которая. И луковица. Короче, тут ничего уже не сделаешь явно. С моими двумя инвалидами. Ой. Не, радуга не варик, даже с хилом. Дем. Ну что, смотрим, сколько я там? Сколько я там? Один раз я выиграла из 6. Вот такая вот шляпа. Ну что, я не знаю, попробовать в следующий раз еще с хилом сходить. Радугой. Но мне кажется, что не спасет он. Не спасет. Ну, в общем, пишите, что думаете об этом. Но тут не расчехлить. Радугой это вообще, это еще хуже, чем вообще что-либо до этого. Даже с обжорой лучше было. Вот. Ладно, все, всем пока.